суд ушло дело водителя «Шкоды», который в июне этого года насмерть сбил мотоциклиста, выехав на встречную полосу. Все произошло на улице Молодогвардейцев. Тогда три экипажа ДПС устроили погоню за 26-летним байкером. По словам очевидцев, в тот вечер парень на мотоцикле не раз проезжал на красный, едва не сбивая пешеходов. В Челябинске на улице Молодогвардейцев был замечен мотоциклист, который на законное требование полицейских об остановке не отреагировал и начал набирать скорость. В целях пресечения противоправного деяния сотрудниками ГИБДД было организовано преследование со светозвуковыми сигналами. В итоге погоня закончилась гибелью байкера. Мотоцикл столкнулся с автомобилем такси. После аварии шоферу иномарки предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения», повлекшее по неосторожности смерть человека. Дело рассмотрит Курчатовский районный суд. Как пишет 74.ру со ссылкой на мать погибшего мотоциклиста, женщина считает, что к ответственности должны быть привлечены сотрудники госавтоинспекции, преследовавшие ее сына. Он первоначально ехал вообще по Комсомольскому проспекту по прямой. И увидев погоню, он нарушил правила. Обвиняемый водитель после аварии на связь с родными погибшего байкера не выходил. По предъявленной ему статье автомобилисту грозит до 5 лет колонии.